Вопрос, касающийся экономической ситуации в Крыму и банковской системы. Первая часть касается того, что возникают определенные сложности, в том числе и в сфере экономики, а второе звучит так: оформил в лизинг машину для лизинга в приватбанке, осталось платить до полного погашения. Машина оформлена на группу автоприват. Приватбанк ушел с полуострова. Идите спокойно. Ну, не хочет господин Коломойский с Финкельштейном получать деньги с вас. Ну, это их дело. Вот, но другой вопрос, он более серьезный. Это вклады.